Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить вас с проектом, который называется Citizen Finance. Если вы о нем не слышали, знакомлю. Citizen Finance настроен на то, чтобы объединить наконец-то наш криптомир, о котором мы с вами говорим уже несколько лет, и объединить онлайн-игры. Собственно, я не понимаю, почему до сих пор так не сделали, потому что, ну, криптомир, онлайн-игры, они все равно ходят где-то рядом, и то из нового поколения, и то необходимо, и есть, и без этого уже никак. Собственно, чем же так хорош именно Citizen Finance? А все, собственно, довольно-таки просто. Во-первых, конечно, здесь можно играть. Игра называется Meta City. О ней я вам тоже чуть позже покажу. Дальше, конечно же, можно торговать, как мы видим, ставки делать, стейкать, да, и можно, собственно, использовать свои NFTs в качестве залога или займа, то есть можно зарабатывать и на этом. Собственно, способов заработать достаточно много, но помимо заработка, конечно же, и должна быть крутая игра и прочие вещи. А с этим тоже особых-то проблем нет, потому что здесь можно как играть, вот мы видим, также можно и добывать ресурсы, можно и рисовать, и делать все, что только заблагорассудится. Вот нам представлена как раз сама игра Meta City и как раз все ответвления, которые только есть, о которых я рассказал. Собственно, в чем еще прикол? Помимо того, что есть своя монета, еще будут NFT-шки, которые мы сами будем, собственно, создавать. И для этого вот надо нажать на сюда, чтобы перейти в тестнет непосредственно. Вот так выглядит тестнет. Я подключил сюда уже кошелек, который только создал. Вот у меня показывают, конечно же, все нули, но это, собственно, логично. И здесь уже я пока ничего не создавал, хотел вам просто показать, что же в нем есть, какие преимущества. Здесь я бегать по странице не буду. То есть вот выбираем, делаем себе имя, прочее. Далее здесь я, кстати, да, начал уже. Сейчас будет. Так. Мультиплеер и крафт еще пока закрыты на тестовой версии. Но мы можем, собственно, перейти сюда. И здесь уже добавить себе какую-то картинку. Немножечко подурачиться, подназвать себя. И, собственно, вы уже будете уникальный человек. Для чего это я показывал? Сейчас перейду. Вот. Вот они, вот новые регистрации. Так выглядят люди. Кто-то вот себя Ван Гогом назвал. И прочие вещи. Есть также много разных. То есть вы можете быть кем угодно. Пока что это все равно еще бета-версия. Это не окончательная. Видите, что будет скоро и мобильная. И прочие вещи. Но пока что это только на стадии развития. Я потом подключу уже свой аккаунт и сделаю все нормально. А здесь же я просто хотел вам показать, как это выглядит. Аукцион, видите, тоже пока. Но ничего страшного. Все это будет. Будет совсем скоро. И сейчас самое время, чтобы изучить проект. Пока есть, собственно, спокойненькое время выучить, посмотреть, узнать, беспроблемно подключиться, чем потом уже быть не в числе первых. Я, собственно, планирую быть первым и планирую, чтобы, собственно, быть у истоков. Чего и вам, собственно, советую. На этом у меня все. Надеюсь, что немножечко познакомил вас с проектом. Будут вопросы, запишу видео более подробное. Но самое главное, приходите по ссылочкам в описании, смотрите, изучайте. Информации о проекте достаточно много. И если я буду всю ее поднимать, это будет очень и очень долго. Всего доброго и до новых встреч.